оперативно дежурного областной службы спасения поступило сообщение о том, что автомобиль КАМАЗ съехал с моста, допустил столкновение с газовой трубой и повредил линию электропередач. И в результате он загорелся. Значит, на месте работают спасатели областной городской службы спасения, сотрудники пожарной охраны и все необходимые службы жизнеобеспечения. Пострадавший кто? По предварительным данным, пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу. То есть водитель успел спрыгнуть, да, как я понимаю? По предварительным данным, да, водитель успел спрыгнуть до падения КАМАЗа, до следа КАМАЗа. Я как вижу, кроме самих грузовика пострадала сеть электропередач. Да, пострадала сеть линии электропередач. Гидравлика была.